Ну, всем привет. Сегодня воскресенье у нас. Еду прокатиться. Еще пока дома даже. Сегодня буду испытывать камеру. Получается, микрофон переделал. Он стоял где-то вот здесь вот. Там. А я его вынес сюда. Такую ветрозащиту поставил. Удлинил. Этот самый шток, чтобы камеру повыше поднять. Буду испытывать. И записывать буду в 2К, а не в 1080. Посмотрим, как это получится. Ботинки новости прибомбил. То холодно уже. Сегодня с утра туман сильный был. Едем сегодня в поселок, не забыл, как называется, там это, приют для собак. Одна девчонка решила прокатиться туда, вот я за компанию еду, посмотреть, что там такое за питомник. Ну все, погнали. Серый, привет! Ну, вот такие уточки у нас плавают. Рыбаки стоят с утра. Что-то ловят. Вон туман. Еще не весь разошелся. Ну, вон едет моя напарница на сегодня. Здравствуйте. Привет. Я сегодня кино взял. Я тоже фотоаппарат взяла. Я вообще еду собак фотографировать на объявление. Калининградский приедет? Походу нет. Сволочи. Я написала там автобусы какие, спросила, кто едет. Две девочки сказали, что они не могут, другие не ответили, я думаю, что не приедут. Поверил всего, сейчас здесь, справа. Че, как дела? Behind, baby, let's escape while I see.
Ну вот мы доехали до Красноярска, сейчас найдем этот питомник, приют для собак, вернее. А ты женщине позвонишь? Ну давай, доедем до асфальта. Да, может они где-то здесь. А, ну может быть. Пес. Вон еще один уксус бегает. Блин, грязище, конечно, капец. Новые мои, вон, красы испачкал течет. Ну, как чморанулся. Кстати, снимаю в 2,5К. Смотрю, как будет. Ага. Ну чё? Прямо-прямо, потом направо, где будет дорога, там будет магазин, и красно-желтый дом, и туда и всё. Ага. Боже мой. Смотри, затянули как это, тросом. Башню-то стянули. Не знаю, что-то, а что? Ну, это ходим-то. Ну, аж падать туда начало, видно. Потихоньку, потихоньку. Вау, какая машина. Ну, в свое время его называли козел. Не знаю, козел назывался. Он прыгал, потому что по дороге пока амортизации никакой не было. А вот на такое в армии ездил. Вот на такое? Ага. Или это нет? Или это да? Да, да, в магазин. Там что-то будет магазин, красный и красно-желтый. Ну вот он. Походу. Озеро вон, да. Ни хрена себе там их. Сколько их там? Мужик сказали 18. У меня такое ощущение, как будто штук 100. Ну, у меня когда 2 часа было, то, да, они орали так, как будто уже как будто 30, а их всего двое было. Дина! Вот такой вот приют. Слышите, наверное, как они гавкают. А всего 18. А по звуку штук 100. Посмотрим, что там творится. Ни разу не был в таких местах. Ну, граната. Бля, грязный. Поводки тут, да,
Тихо. Да, такого выгули. Псина такая мощная. А некоторые вот свободно бегают, а некоторых не отпускают без привязи. Такое здание заброшенное. Но эти ждут своей очереди, когда их будут выгуливать. Так, подержите его, чтобы я его сфотографировала, а то что я сама его не смогу. Давай. Бежать одновременно. Ты прям как мой люцин. Такой ты хороший пёс. Слушай, ну я третью собаку не потяну. Посмотри на такую большую собаку. Пускай кушать так. Пускай постоит хоть чуть-чуть. Собачка. Ух ты. Да, там можно бежать, там нормально, он станет хорошо. Блин, я так встал. Нифига себе, он прёт. Сколько он, интересно, весит? Пошли! Да, давай, иди сюда. Не прям так. Слушай, ты бешеный пес. Интересно, чей же это был? Нормальный пес. Да блин, только не так, не тяни. Он, она весит больше, чем я. Блин, аж колючая. Как его зовут хоть? Его зовут, не знаю, зовут пёс. Уксус, короче. Они все отсылаются на слово уксус. Да? Ну да, я пробовал, всегда зовут. Так, сейчас. Уксус. Блин, против солнца. Только тебя потом как бы сейчас фотографируют. Стой. Пожалуйста. Блин, пес. Все, встал. Да куда ты? Пошли обратно. Вроде на лабрадора похож чем-то. Ну да, у него тон, ну, расцветка прям. Глазки аж смешные такие. Мака! Брат, визит! Ну, маленький, надо Ну все, собаки угомонились, нагуляли их. Стоит сейчас хруст. Все хавают. Ну вот такой приютик в старом заброшенном здании. Люди убирают, тут чистенько все. Вот как-то так. Сейчас других будет выгуливать. Не тех.
она дерется с... А, ну, уже откуда. Вон они, лазят. Вон она, вон она. Вон еще одна бежит. Нифига тут сколько их. Ну вот такой здесь питомник. Тьфу, питомник. Вот такой здесь приют для собак. Сейчас еще за этим на хутор. Там тоже 12 собак. Она их пофоткает. Может, кто-то заберет их. И поедем домой. Че? Ждем. Да, сюда. Ну, сейчас посмотрим, что тут за песики. Пристроитесь хотят. Это мы таблетку за быстов дали. Обманули. Ну вот тут еще. Свои. Маленький есть. Нормально так строится. Ничего себе. Привет, песики. Привет. Евростиль. Ничего себе. Нормально. Да, пес? А ты что гавкаешь? Привет! Привет! Что? Дай лапу, давай. Все.
О, привет! Какой ты! Чего ты? Знаешь, с пёской мы пока фотографируем тогда с Женей. Да. Ну вот это зовут собаку Несси. Короче, сейчас делаю. Да, Несси? Эй, Птина. Птина. Тебе туда нельзя, говорят. Пойдем погуляем. Пойдем, пойдем. Пошли. Фу, иди сюда. Пошли. Пойдем. Что-то почистить и брать. Все. Да я просто могу бы строить, это же, если что, Катя почистит, наверное, да, будет закупать это все. А так. Наверное. Помощь руками, я думаю, смогу. Так, и чё тут, как тут? Вот так может быть. Да, прикольно. Солнце садится. Вернее, оно не садится, туча находится. Еще препятствие. Сейчас попробуем там проехать. А давай, можно тут попробовать, по траве. Да, или там фигово сильно будет. Так, пока поедем по траве. Вот так мы даже срежем чуть-чуть путь. Так, по идее, надо вон туда доехать, до кустика. Кустики идут вот туда. Вот так мы, получается, срежем чуть-чуть. Вот. Нам вот до этих кустиков доехать и все. Ну да, да. Ну, мы бы поехали вот так, получается, вот так. А так, получается, чуть срежем даже. Вон грязи позабилось. Еще никак не выйдет. Ну, хоть асфальт уже выехали. Блин, темнеет, конечно.
Ну, вроде черно, но красиво так. Разные цвета. Блин, когда эта грязюка выпадет уже? Достала. Ну, шапочку это одел, маску. Сейчас не задувает хорошо. Ветер. Вот. Какой-то бомжарик едет. Ну вот, в принципе, и все. Темнеет уже. Сейчас еще зайдем на этот мостик навесной. И все, поедем в сторону дома. Медведи здесь такие вот. Уху, уху, эхо. Ну вот и все, на этом заканчиваю тестовую съемку. Ну как тестовая? Ветрозащиту эту проверю, новый микрофон, как будет работать крепление, видно будет, не видно, повыше чуть-чуть. Землю тут какую-то привезли. Что делать будет, не знаю, выравнивать, наверное, скорее всего, это спуск сильно крутой. Вот, ну все, на этом все, короче. На этом все. Посмотрели собачек. Сейчас она будет выкладывать фотки. Может, кто заберет, не заберет. Ну все, всем пока.